уже осваиваешься. А? Кто ты? Что ты? Я умер? Не делай вид, что ты удивлен. И не драматизируй. Что это за место? И еще раз, кто ты? Сколько вопросов. Но отвечать на них не моя обязанность. Я должен встретить тебя и проводить к тому, кому их действительно следует задать. Так что я бы предложил тебе отправиться в путь. Все верно. Шаг за шагом. Не отвлекайся, тут совершенно не на что смотреть. Знакомое место, да? Первый раз вижу. Тут вообще, что бы то ни было назвать знакомым, трудно. Ничего, скоро вспомнишь. Заходи и поднимайся наверх. Что там? Этот маяк приведет тебя домой. Впрочем, слишком сложно объяснять. Проще один раз увидеть. Не торопись. Это место хорошо тем, что здесь абсолютно некуда торопиться. Время тут не имеет значения. Спасибо за совет. Не за что. Жду тебя на той стороне. Действительно. До боли знакомое место. Кажется, я начинаю понимать. Ведь я видел тебя уже много раз. Слишком много, чтобы помнить, сколько именно.
задерживайся, мастер ждет. Он давно ждет. Подождет еще немного. В конце концов, время тут не имеет значения, ты сам говорил. Хоть где-то оно, наконец, не имеет значения. Тут ты, конечно, прав. Сложно поспорить. В любом случае, не задерживайся. Мы совсем близко. Кажется, что это место мертво не потому, что умерло, а потому, что никогда не было и не могло быть живым. Впрочем, есть в этом свое очарование. Верно подмечено. Рад снова тебя видеть. Бьюсь об заклад, у тебя масса вопросов. Мастер, я так понимаю. Да, тут ты определенно прав. Я кое-что начинаю вспоминать об этом месте, но это смутные обрывки. Даже скорее, ощущения. Наверное, все, что я вижу вокруг, должно вызывать у меня смятение. Даже то, что со мной разговаривает бесплотный голос. Нет, не обязательно. Ты уже видел это все не раз, и ты уже сделал все, что должен. Ну, почти все. Но об этом позже. А сейчас задавай свои вопросы. Вопросы. Я их обожаю. Давай начнем с простого. Кто ты? И это ты называешь простым вопросом? Что ж, могу предложить тебе несколько вариантов ответа. Я — это ты. Я — твоя смерть. Я — твой дворец. Я — твое создание. Выбирай, какой тебе больше нравится. Они все верные. Что это значит? Пустое жонглирование словами. Если ты ждешь, что я буду искать смысл там, где его нет, или вытряхивать его из тебя по одному слову, то ты заблуждаешься. Тебе от меня что-то нужно. Так соизволь помочь мне понять, что именно. Да, ты, конечно же, прав. Тут нужен более обстоятельный рассказ. Прости, не смог удержаться. Проходи к нашему трону. Думаю, будет лучше поговорить лицом к лицу. Вот мы и свиделись, лицом к лицу. И твое лицо под стать этому месту, как я посмотрю. Самое яблочко. Раз ты уже в курсе, что ты мертв, давай начнем с того, как ты родился. Видишь ли, когда-то давно мы были одним целым. Одной безмятежной сущностью. Без имени, без возраста, без конца и начала. Но однажды что-то произошло. Объяснить это не могу даже я. Возможно, нам стало попросту скучно. Но суть в том, что мы решили разделиться. Так появились ты и я. Продолжай. О, я тебя заинтриговал. Это всегда приятно. Да, мы перестали быть абсолютом. У каждого из нас появились свои недостатки и ограничения. Однако же появились и новые возможности. Проще говоря, у нас появились черты, присущие только каждому из нас. Я смог создать наш первый мир. Он был скуп и убог, но ты смог прожить в нем свою первую жизнь. И более того, тебе удалось раздобыть для него строительный материал.
Материал, с помощью которого я дополнил первую версию, сделал совершеннее, обширнее и разнообразнее. Этот материал и есть твоя жизнь. Каждый вздох, каждое впечатление. Их я забираю каждый раз, когда ты снова приходишь сюда. Именно поэтому ты почти ничего не помнишь. Таков уговор. Постой. Ты хочешь сказать, что вся та жизнь, которую я прожил, все те люди, которых любил, это всего лишь нереальная иллюзия? Нереальная? Знаешь, само понятие реальности имеет право на существование только в мире, который мы создали. Кстати, это и был один из самых больших и крепких кирпичей, которые ты мне подкинул для строительства. Будет ли он и дальше существовать без нас? Да, определенно будет. Правда, это не имеет значения, ведь мы вечно знаем. Значит, теперь я должен родиться заново? Но этого еще не произошло. Так в чем дело? Ах, да. Это самый интересный момент. Но раскрыть все карты я сейчас не готов. Могу лишь сказать, что забираю не все воспоминания. Знаешь, в твоей жизни периодически случаются такие события. Впечатление, которое меняет само твое восприятие и понимание жизни. Так вот, я их оставлю по нашей древней договоренности. И прежде чем я задам главный вопрос, ради которого мы тут собрались, ты должен освежить эти моменты в памяти. Думаю, выбора у меня нет, хотя он мне и не нужен. Говори, что от меня требуется. За твоей спиной портал. Заходи в него. Я буду рядом. Ты меня не увидишь, но будешь слышать. Я тебе помогу. Это ты мне скажи, ведь это твоя жизнь. Я не знаю. Нужно осмотреться. Теперь я узнаю. Очень интересно. И что же это? Это мое детство. Именно таким был шалаш из пледа и стола в моем воображении. Самое уютное место на свете. Когда я забирался в него с очередной книгой, весь остальной мир переставал существовать. Оставался только мир той истории, которая разворачивалась передо мной. Здорово. Thank you.
Thank you.